Антон, я забыла тебя предупредить. Короче, у Ермолаева на стуле напротив меня, около окна, стояла большая коробка. Там много было, ну, дел, и там написано на коробке Булгаков Антон Николаевич. Да ладно. Я тебе отвечаю, я просто не смогла ее зафоткать, потому что это сидела напротив меня. Может, они специально ее выставили? И там, наверное, папки 4 листов по 500. Вот такой материал. Ну, это, скорее всего, материалы проверки по предыдущим. Я ж 3 года назад ходил, задолбал их. Там 6 или 7 томов у них, по моим заявлениям. Может, они старые вытащили. А зачем они их вытащили? Ну, это мне намек, что типа будешь влазить, будет уголовка на тебя. А за что уголовка? Да найдут за что, чё? Ну, да на меня тоже найдут за что, если так размышлять. Нет, тебя не тронут. Не знаю. Ну, короче, прямо эта коробка большая стояла.